Власти республики обнаружили нарушение в начислении платы за отопление в декабре почти в 3000 многоквартирных домов. Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров потребовал произвести перерасчет в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что поток жалоб от жителей Башкортостана, поступающих как на имя главы региона, так и в республиканские федеральные надзорные органы, не прекращается. Но кроме того, премьер-министр поручил при формировании квитанции за январь произвести анализ роста платежей, чтобы не допустить их значительного повышения в домах, где уже были выявлены некорректные начисления. Теплоснабжающие организации, в общем-то, тоже несут ответственность, как и управляющие компании, которые должны работать с населением непосредственно, так, в общем-то, и власть муниципальная, и республиканская. Все мы, в общем-то, завязаны в то, что должны ситуацию предвидеть и решать ее в системном порядке заранее, а не так, когда гром грянет, мужик начинает креститься. Отмечу, что в ходе проверок были выявлены нарушения при теплоснабжении многоквартирных домов, в частности, неисправность узлов учета, нарушение режима теплоснабжения МКД, а также несвоевременная передача показаний приборов учета и несоответствие площадей, используемых при расчете оплаты. В результате сумма за отопление в платежках за декабрь превысила ноябрьские показатели более чем на 42%.